И всем привет! Сегодня мы будем играть в EARDED HERO. В EARDED HERO. Как-то так. Я не знаю, что это за игра. Я просто зашел к боту ВК, написал «дай ключ», и он дал мне ключи от этой игры. И так как мне нечего снимать, у меня нет никакого нормального устоявшегося контента, мы будем играть в EARDED HERO. Я не знаю, как правильно читается. Давайте нажмем play и узнаем, что это за игра. Это платформер. Видимо. Или невидимо. Эта игра создана на коленке, я в этом уверен. Давайте я пройду пару уровней и скажу, есть тут что-то вообще, кроме собирания морковки. Так, я понял, что это самая сложная игра на планете, потому что я лох. Я уже два раза напоролся на капкан в одном и том же месте. Опять. То есть я его почти даже не задел. Так, пытаемся пройти уровень. Я собрал всю морковку, Я собрал всю морковку. Почти всю морковку осталась. Последняя штучка. Я упал. Это самая сложная игра на планете. Самая сложная, созданная на коленке игра на планете. Скилл. Спустя, наверное, минут 20 или 10... Я до сих пор не могу пройти первый уровень. Я собрал почти все морковки один раз, но все равно просрал. До сих пор не понимаю сюжета, потому что даже не прошел первый уровень. Я вообще не уверен, что тут есть сюжет. Так. Смотрите, там остается последняя морковка. Вы видите, что происходит? Я, кстати, не знаю, нужно ли собирать вообще все-все морковки. Но сейчас я играю прям как мастер. Нужно просчитать, докуда она долетает, и... Она летает почти... Нет! Ай! Ладно, короче, сейчас попытаюсь собрать все морковки и этот. И вернусь. Я сделал это! Я это сделал! Я прошел этот уровень! Я получил два достижения! Сделать 100 прыжков и умереть 25 раз! На первом уровне! О боже! Что это за хрень? Как это проходить? Нет, у меня больше интересует, что вот это за хрень! Это полумутант, получеловек, полусоздание из спор. Хотя это все создание из спор. Кто знает, что такое спор, тот поймет. Но я имею в виду про игру. Если я буду делать прохождение этой игры, я сделаю точно такую же хрень. Но я не буду этого делать. Ай!
Давайте попробуем пройти этот уровень. Тут всего лишь 4 морковки нужно собрать. Я прошел с первой попытки! Я прошел этот уровень с первой попытки! Левел 3! Первый уровень был сложнее, чем второй. Он просто выглядел сложным. Беру свои слова назад насчет того, что это самая сложная игра. Она самая простая. Ну, для тех, кто понял, как играть. Ладно, беру свои назад. Свои слова назад еще раз. Это самая сложная игра на планете. А, да, еще у меня вопрос насчет вот этой морковки. Почему она висит в воздухе, но внизу ее есть тень? Это как? Типа там есть невидимый блок? Оу, ладно, попытаюсь пройти этот уровень снова и вернусь. Нет! Погодите, это были читы, но я прошел этот уровень. Я прошел второй уровень, третий уровень. Это было тоже сложно, но я это сделал. Это сложно, но я сделал. У этой игры нет. Я понял только одно, что у этой игры нет никакого сюжета, но она прикольная. Так что в этом видео я ее пройду, если в ней не так уж и много уровней. Если не много уровней, то я ее не пройду. Логично? Логично. Поэтому придется сделать вторую часть. Да, кстати, если вы хотите вторую часть, то поставьте 3 лайка, да? Ладно. Потому что я сам хочу вторую часть, поэтому поставьте 3 лайка. У меня как раз 3 аккаунта есть. Так что я думаю, то, что я смогу сделать вторую часть. Нет, то есть, да, я смогу сделать вторую часть. Но сейчас мне нужно пройти эту игру. Хотя бы этот уровень. Так, нужно подождать, пока пролетит вот это вот. Кстати, даже не понимаю, это что это такое? Это вроде пчела, но она у пчел тоже есть жало. Это какой-то бегемот? Я не знаю, это что-то напоминающее бегемота. Или очень накрашенную божью коровку. Это Мила из Лунтика. 100% Мила из Лунтика. Отвечаю. Я смотрел Лунтика, я знаю, что это она. Да! Я сделал это. Я это сделал. Я прошел. Это 5-й уровень. Ура! Это либо я прошел 5-й уровень, либо сейчас 5-й уровень, лишь 6-й уровень. Короче, как-то так. Здесь
из нового только меняются блоки. Кстати, поменялся вроде фон, это точно. Фон поменялся. А вот главные антагонисты не поменялись. Ой, он встает на задние лапки, когда меня съедает. Типа он такой альфа-самец, что смог сожрать кролика. Ага, мне очень трудно сожрать, поэтому он реально альфа-самец. Потому что я очень прыткий и ловкий, как кролик. Что кролики топ, зайцы. Да-да-да. Так, вы спросите, какой же здесь сюжет? А я вам отвечу, то что кролик сражается с пчелами, мутантами, какой-то хренью. Я не знаю, как это называется. О, чтобы... Которые украли его запас морковки. И ему нужно пройти испытание, которое они создали для него, чтобы собрать морковку. Да. Именно такой сюжет в этой игре. Оу. И это... Причем она очень сложная, это Dark Souls 2.0. У, шит. Видели это? Я просто поднимаюсь. Это было по-моему. Это вот здесь такой прикольные музыки в этом. Как в Марио. Тут вообще музыки нет. Платформа без музыки, это как вообще? Все, вообще скучно. Ну, вообще платформа без музыки скучно, но это не понятно. Ну что, вот без музыки вообще топ. Ай, блин, я чего-то. Ау. Нет! О, шит. Oh, shit! Ой, шут! Ой, шут! Не пытаешься меня убить. Да! Есть! Морковка! Я прошел уровень! Да! Да! Прошел уровень! Платформере! Достижение! Вся моя жизнь! Если я буду устраиваться на работу, и меня спросят мои достижения в жизни, я скажу то, что я прошел платформер, который мне дал бесплатно бот ВКонтакте. Мне сразу это примут на работу за... Да, за 100 тысяч в год. Ну, я хотя бы... В месяц. Вы что хотели? Чтоб я работал не за 100 тысяч в месяц? Вы упали. Это ж очень трудно. Я летсплейщик по Майнкрафту и другим играм. Как можно брать за работу меньше 20 рублей в месяц? Погоди, я сказал тысяч? Я сказал 100 тысяч? Или сколько? Я не помню, какое число я сказал. Но это я имел в виду не тысячи, а рублей. 100 рублей в год. 100 рублей в год, да. Что? Чё? Типа я умер от жука, потом... А потом нет жука. Ау!
Ладно, я, короче, пошел проходить. Это... Нет, почти пошел. О боже, это самая непроходимая игра. Я ненавижу, как ее можно пройти. Так. Так, спокойно. Если... У меня 3 попытки. Если я не пройду этот уровень с 3 попыток, то я заканчиваю этот видеоролик. Если пройду, то продолжаю его дальше. Давайте. 3 смерти, и я ухожу. Давайте сейчас будет типа ускорение, музычка, вся фигня. Первая смерть. Вторая смерть. А, осталась одна попытка. Все. Все закончилось, я не смог пройти. Раз, два, три, четыре. Я максимум собрал 2 морковки. Без двух возможно. Кстати, меню. Levels. Тут всего раз 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6. Да-да-да. Всего 12 уровней. Но я не могу пройти 6. Так что, если вы хотите, чтобы я прошел остальную половину этих уровней, в том числе и 6. Или это был 7. Короче, если вы хотите, чтобы я прошел эту игру до конца, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, 3 лайка, новое видео. Всем пока! That's it, Brian? Yes.